Всем привет! Ребята, нам сегодня пришла посылка от подписчицы из Хабаровска. Вот такая коробочка, мы не знаем, что там, да. Она так, в принципе, легенькая, сыночка, я не знаю, что там. Сейчас мы с вами вместе посмотрим. Итак, ребята, смотрим. Ух ты, тут какие-то вязаные вещички, смотрите. Ой, девчонок наших нет, это сюда надо девочек. И я знаю, от кого это. Мама, ребята, это есть канал «Девчата мама, с Бама». Сейчас покажу, сейчас носки. Подожди. Носки, наверное. В общем, ребята, прочитала сейчас письмо. Это, в общем, девчонки занимаются рукоделием. Это они все сами, представляете, навязали. Алена и Анастасия, большое спасибо. Мама, вкусно как... Ой, как все вязаные вещички, такая прелесть. Смотрите, тут, наверное, всем шапки. Сколько же вы это вязали, девчонки? Ну, давай померим это тебе. Ну-ка, давай померим это тебе. Ну-ка, вот так сюда посмотри на нас. Санька, вообще красавчик. Кожа шоколадная. Нет, Саша, наверное, это вот как раз ваша. Это для девочек розовые были. Ну-ка, давай вот эту померим. Вот эту померим, давай, посмотрим. Ну-ка, я правда не знаю, кому это. Но мы сейчас просто померим. Да что все не тебе? Сейчас посмотрим. Подожди. Саня, смотри сюда. Ой, красавчик. Посмотрите, какая прелесть. Девчонки, вы прям молодцы. Реальные рукодельницы. Ой, смотрите, какой медвежонок. Какая прелесть. И здесь еще вот такой вот шарфичек для него. Вот, для этой шапочки. Видать, это комплект он таким идет. Так, ой, смотрите, прелесть. Это, наверное, для нашей лисенки. Ой, какие молодцы, девчонки, молодцы. Продолжайте в этом же духе, вяжите. У вас очень хорошо получается, очень красиво. У меня мама тоже сейчас вяжет, занимается, но она куклами занимается. Ну, конечно, может и носочки, и все. Ой, это какая прелесть. Можно я померю, а? Вы только посмотрите. Прям как у Снегурочки такие рукавички. Очень красиво. Ну, девчонки у меня сегодня пищать будут просто реально. Вы такие молодцы. Это, наверное, девочкам я так смотрю. С помпончиками такая красотища. В общем, ребята, бежим скорее знакомиться с девчатами с БАМа. Ссылочка в описании. Обязательно давайте пройдем, поддержим девчат. Какие они молодцы. Сделали такой большой сюрприз для нашей семьи. Можно сказать, обвязали нас на всю зиму. Девчонки, большое-большое вам спасибо. Очень нам понравилось. И всем пока-пока. Удачи, друзья.